Сегодня сотрудники социальной сферы отмечают свой профессиональный праздник. Поздравления и слова благодарности за общественно важный труд коллективы харцизских социальных учреждений начали принимать с самого начала рабочего дня. Свое утро исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко начал с приятной миссии – с объезда социальных учреждений города и поздравлений коллективов с профессиональным праздником. Первыми слова благодарности от градоначальника принимали сотрудники Харцизского управления пенсионного фонда ДНР. Хотелось бы поздравить вас от всей души с вашим профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, поблагодарить вас за то, что вы сохранили учреждение наше в тяжелые месяцы 2014 года, восстановили утерянное и обеспечили выплаты пенсии, учет нашим пенсионерам. Практически в семейной обстановке коллеги поздравляли друг друга. Грамоты, цветы и, как полагается, внимание от профсоюза. На неформальном торжественном собрании также сообщили, что ко дню социального работника ожидается еще и небольшая премия. Следующим пунктом назначения в праздничном вояже Александра Левченко стал Харцизский центр занятости. Глава администрации отметил, что несмотря на тяжелое время, специалисты центра всеми возможными способами стараются найти работу для своих подопечных. Сплоченный коллектив этого социального учреждения, надо сказать, на высоком счету у руководства Республиканского центра занятости. Сегодня день социального работника, и наш небольшой коллектив, у нас всего лишь 18 специалистов, с праздничным настроением сегодня вышли на работу, потому что каждый день мы приходим сюда творить добро, как говорится. Встречаемся с различными людьми, к нам приходят, и мы рады тем, что мы можем сегодня реально помочь, реально предложить работу, как на временную, так и на постоянную.